Ребята, всех приветствую. Значит, хочу вам показать, как обновить Google звонилочку. В ней появляется вот такая вот функция новая, благодаря которой вы можете звонить своим абонентам, другим друзьям. И в правом верхнем углу у нас, когда мы нажимаем настройки, у нас очень много различных функций. И когда вы еще вступите в режим такой, я вам покажу, как в него вступить, в режим тестирования бета-версии, то вы сможете получать новые функции, которых не будет у других пользователей. Для этого нужно просто-напросто зайти в Play Market, в Play Market вот здесь написать телефон Google и скачать, не скачать, у вас выбится вот такое вот приложение, здесь нужно нажать просто обновить. Обновляется очень быстро на всех смартфонах и новинки очень-очень вам понравится это все. И также, видите, у меня бета-версия, как в нее вступить. Вот здесь будет снизу вот такая вот программа. Вы нажимаете «Участвовать в этой программе», видите, и сможете получать все новинки. Но единственный минус, что может какие-то быть лаги недоработанные, потому что бета-версия не тестируется, потом это все убирается. Но я к ней тоже присоединился и очень-очень довольный, что эта версия у меня есть. Надеюсь, и вам это понравится. Ну а больше крутых таких фишек вы сможете найти на моем ютубчике канале, который называется Тимоха Лайв. Здесь я каждый день снимаю для вас качественный и полезный контент. Вылаживаю каждый день, как видите, 8 минут назад вышло новое видео, тоже показал, как это все обновлять. Вот такой вот контент, надеюсь, он понравится многим.